Вы знаете, как я тут оказался? Я ободрал жопу Ларри Лестера скотчем. А вы знаете, он еще такой волосатый? Что когда скотч сдирали, отодрали большую часть волос. Ну и немного кожи. А самое неадекватное в том, что я это сделал ради отца. Мне хотелось доказать ему, что я крутой пацан. Он постоянно мне байки травил о том, как они с дружками в школе над всеми измывались. И мне казалось, что он стыдится того, что я ни над кем не издеваюсь. И вот, значит, сижу я в раздевалке, заматываю себе ногу скотчем. И тут этот Ларри, он что-то тощий такой, что я сразу вспоминаю отношение отца к слабости. И уже через секунду я запрыгиваю на него и начинаю орать на всю раздевалку. А дружки просто тупо ржут, подначивают. И только потом я подумал про отца этого Ларри. Что когда тот вернется домой и объяснит, что с ним случилось, то вот это унижение, гребаное унижение, оно же просто убьет его. Как вообще можно загладить такую вину? Да никак. Сука, и все из-за моего отца. Как я его ненавижу, он меня в какого-то безмозглого робота превращает. Эндрю, ты всегда должен быть первый. Неудачников в моей семье не бывает, говнюк, ты даже не стараешься. Работай, работай, побеждай, побеждай, побеждай. Однажды он оставит меня в покое.